Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Сегодня очень важный магический день, когда вы можете привлечь успех и удачу на долгий период времени. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Сегодня, как вы знаете, нас ожидает третий лунный день. И на небе впервые появляется серп молодой луны. Эти сутки очень важны в эзотерическом плане, поскольку они символизируют доминирование всего чувственного и интуитивного. Энергетика этого дня. В эти лунные сутки наружу выходят самые скрытые и потаенные мысли человека. В этот день наиболее активно проявляются такие качества человека, как напористость, целеустремленность и агрессивность. Сейчас чрезвычайно важно совладать со своими энергетическими потоками. Человек может почувствовать необъяснимое желание к переменам, из-за которого он рискует необдуманно совершить необратимые поступки. Астрологи советуют, прежде чем совершать что-то в третьи лунные сутки, хорошо подумайте. Любой неправильный шаг обязательно проявится в будущем. Кроме того, нельзя в этот день предаваться агрессии, мнительности, зависти, бескомпромиссности и циничности, поскольку все это возвратится человеку в тройном размере. Есть интересная закономерность. Именно третьи луны сутки подается наибольшее количество заявлений о разводе и на увольнение. Этот показатель объясняется сильным энергетическим посылом, который властвует над действиями и эмоциями людей. Что можно делать третий лунный день? Если к этому дню накопилось много проблем и задач, лучше отложить их решение на какое-то время. В этот день благоприятно планирование и постановка целей на текущий месяц. Луна, воздействуя на интуицию, подскажет человеку самый правильный выход из любой сложившейся ситуации. Также сегодня день благоприятен для начинания осуществления тех планов, которые были запланированы в двух первых днях лунного месяца. В Тибете считают, что этот день благоприятен для закладки фундамента в строительстве. Также распространяется этот показатель и в эзотерике на все сферы жизни. Работа, отношения, семья, отдых и так далее. Словом, в этот день разрешается делать все, что не вызывает агрессии и не приносит зла окружающим. Третий лунный день покровительствует путешественникам. Любые поездки закончатся благоприятным исходом. В особенности это относится к дальним странствиям. Здоровье в этот день. Поскольку третий лунный день по своей энергетике является одним из самых сильных дней месяца, в этот период рекомендуются интенсивные физические нагрузки. Энергетика должна пройти через невидимые тонкие каналы человека. Поэтому, если в этот день предаваться лени, в организме человека образуется так называемая блокировка. Тем, кому противопоказано переутомление, необходимо хоть быть немного прогуляться на свежем воздухе. Также нужно воздержаться от обильной пищи, поскольку сейчас наиболее ослабленным органом являются почки и печень. Этот день оказывает большое влияние на головной мозг, а в особенности мозжечок. Если человек чувствует тянущую головную боль в области затылка, это сигнализирует, что его организм сильно зашлакован. Третий лунный день – самое благоприятное время для начала различных диет и лечебного голодания. Наиболее эффективно сочетать голодание с различными молитвами и медитациями, поскольку в этом случае очистится не только тело, но и душа. Советы. Первый – брак. Заключенный в этот день принесет счастье только любителям приключений и авантюр. Кроме этого, семейная жизнь будет наполнена счастьем только у тех, кто вступил в отношения по искренней и бескорыстной любви. Браки по расчету, зарегистрированные в этот период, могут привести к трагедиям. Также в этот день бракосочетание неблагоприятно для тех, кто желает тихого и спокойного семейного счастья. Бизнес. Этот день принесет материальное благополучие тем, кто привык зарабатывать деньги исключительно с собственным упорством и трудолюбием. Энергетика лунных суток способствует успешному завершению деловых мероприятий, связанных с разумным риском. Однако любые неблагочестивые авантюры окончатся фиаско. Рождение ребенка. В этот день рождаются сильные по духу люди, на роду которых написана масса свершений. Если у родившегося третьего на сутки ребенка проявляется тяга к спорту, родители должны поспособствовать их занятиям. Также сегодня вы можете сделать, провести практику на удачу в своей работе. Берем любую монету своего кошелька, держим в правой руке и на нее наговариваем такие слова.
Пусть моя работа будет успехом. Пусть удача следует за мной. Силы во мне будут вдохновением. И успех всегда будет со мной. Говорим 3 раза. Далее эту монетку нужно обязательно отнести на работу и там оставить. Если вы работаете дома, значит оставляем на рабочем месте. Если вы работаете, то на следующий день можно даже практику сделать и на работе. Просто оставляем монетку и про нее забываем. Именно эта монетка будет притягивать к вам успех. И также в этот день очень хорошо привлекать счастье в свой дом. Достаточно просто, когда вы будете готовить ужин, обед, неважно. Просто на готовку во время приготовления нужно сказать такие слова. Пусть в доме царит уют и радость, пусть счастье и любовь наполняют каждый угол. День за днем становится счастливей и светлей, и благополучие приходит к нам в дом. Говорим 1 раз во время приготовления. Все. Далее пусть ваши все домочадцы просто пообедают либо поужинают. Таким образом вы обязательно привлечете счастье.